Хай-хай, с вами Вангай, и сегодня мы будем грабить банк в GTA RP на сервере Ричмонд. И сегодня со мной играет Барсик, мой напарник по ограблению банка. Здорово, буду знакомый, Димарик. Кто заказ сделал на банк? А, вот завод он, походу. Завод, есть предложение банк грабануть. У меня все готово, это будет ограбление век. Так, ну давайте рассказывайте, что за план? Заказали тачку, там дрель двухтонная. Взорвем все, что не взрывается. И продырявим все, что не дырявится. Тяжелые игрушки для больших мальчиков. Вы слышите кто-то? Нас палили крысы! Мусора, блядь, не стали! Чуваки, мы просто пытались купить дрель у мафии. Кто крыса? Он крыса. Я не крыса, это ты крыса, глина. Ты крыса. Блин, над нами вертолеты, чуваки, это полная блава. Сверху на крыше стоят. Офигеть. Солнышко, не волнуйся, мы сегодня домой поедем, все будет хорошо. Здесь прямо находится пресса, которая обозревает наш фейл покупки оружия для взлома банка. Я не знаю, как мы будем дальше. Всех повязали. Нужно беспалевно найти Димона. Димон! Димон! Выпустите Димона! Сваливают нашу страну! Увидимся в тюряге, Димон. На меня натянули стяжки. Я ничего не могу сделать. Меня просто увезут в тюрьму и все. Эй, на этом взлом банка заканчивается. Самое главное, найти Димона. А дальше мы придумаем, что делать. Все, приехали, приплыли, ограбили банк, называется. Ничего, где-то здесь должен быть Димон. Я уверен, что мы только в начале своего пути. Поздоровался с копом. Так, смотрите, тут человек мой знакомый. Он хочет привести нам все турты по тюрьме. Карты. Отличная идея. Здесь столики, здесь мы можем сыграть с вами в очко. Карты. Можно просто очко. Неважно. Здесь у нас качалочка. Качал очка, значит, можно. Разрывная жака! О, черный 9-4. Здорово, ты где был? Ты че пошел? Я тебе сказал. Ай! Ванюк, не беспокойся, все нормально. Здесь видеосъемка запрещена, камеру вырубай. Я че, звезда Ютуба, что ли? Короче, там дед ходит, дед самый главный начальник, орет громче всех. Вы будете драть туалет. Ну начальник, ну за что так жестоко? Ты что, рамсы попутал? Хочешь, чтобы я что-то драл застрял или что? С кем ты так разговариваешь? Да нормально он разговаривает, вообще, это драка. Смотри, Ванюк, старые тухлые мусора. Вообще тухляк. На пенсию уже надо идти, а не фигней заниматься. А теперь еще раз. Я был неправ, извините, пожалуйста. Вот-вот, еще один гудок с твоей платформы, зубной состав с места тронется, блин. Можно? Снять свою обувь. Чего? Снять свою обувь, я сказал. А больше повторять не буду. Все, снимаешь. Что там происходит? Минус один, Фима. Следующий есть желающий? Нет. Не-не-не, я помолчу. Все, сейчас забираюсь, эти кроссовки. Не, плохие кроссовки, Фим, мне на рыбалку пьет. Они фирменные, вообще-то. Говно месить само то. Бро, ты не простынешь, у тебя кроссовок нет, ты, кажись, боссый. Мусора разделили, ёпа. Вообще не щадят здоровье. Вот так вот и заканчивается эта история. Я просто попадаю в тюрьму, где над нами безжалостно издеваются, забирают обувь, заставляют чистить парашу, еще и в очко какое-то предлагают играть. Ну нафиг. У наших ребят должен быть какой-то план. Там какая-то перестрелка. Что за фигня там происходит? Это может за нами? Надо глянуть. На выход! Ё-моё, это за нами! Чуваки, вы кто? Вы выходим, за нами? Выходим, мужики, через центральный, через... Шлёп. Я побежал за этим чуваком. Это наши! Создали мусоряк, да, залезки связались! Димон, ты кроссовки вернул свои? Да, вернул, забрал, сейчас надену. Зашибись. Как вам в мусорке работается? Я тебе говорил, нужно на пенсию идти. Нет, ты не послушал. Будем тебя шокером бить, пока не просились. Хавать будешь? У меня, кстати, есть выпивка, так что сообразим что-нибудь на двоих. Это для смелости. Сейчас мы по-любому будем удирать отсюда, и нам надо немного храбрости. Ё-моё. Чё, жопе пронёшь, что ли? Есть такое. Ну давай за наше здоровье, ещё колдыкнем. Заколдыкнули нормально. Пошли в разнос, хорошо. Пошли на свободу. Пожужжали, мужички, вперёд. Команда шершня. Go.
Заключенные с красными волосами, проследуйте за мной. Ваня, пошли, нас зовут. Погнали. Иу, нас спасают. Чувствую, что удача на нашей стороне. Какие красоты пролетаем просто. Это свобода, братцы. Осталось грабануть банк. Вот мы и в банке. Здесь все уже зачищено, я так понимаю, вообще. А где заложники? Всех взяли в заложники, да? Давайте, мужчины, приступайте. Я буду контролировать. Все, давайте, я тогда начну. Сейчас, малышка, просверлим, короче, сейф. Поедем, тебе платьюшко купим. Ну, наконец. А можно мне тоже платьишко, пожалуйста? Нельзя. Пилите быстрее, чуваки, времени мало. Судя по звуку, там до хрена бабок. Тонны две бумажек. Сейчас долгожданная дверь откроется. Погнали в банк. Тут ячеек дофига. Открываем ячейки, забираем все бабки. Ой, а вы кто? Красноволос. В смысле? Да ты кто? Вы кто? Я тебя сейчас башню проломлю. О, Ванька, ты че? Подскажи, как открыть ячейку? Смотри, иди сюда. А, они уже все открыли. А мы сейчас пилить пойдем. К тачке идем. Побежали, тачки, к тачке. Ванька, возьми в портфель себе положи. Без проблем. А у меня в крах, они упадают все. Вообще шикардос. Я верну потом, когда выживем. Мы же выживем. Конечно. Просто чувствую, сейчас мочилово жесткое будет. Если не выживем, ты меня там на небесах будешь вдвойне должен. Так там деньги уже ничего не значат. Мне все равно надо. Главное, чтоб мусора не зашли, не нахер нас окружает. Наверх, наверх, быстрее вверх занимайте. Че, в натуре? Могут, да, зайти? Могут вверх занимайте быстрее. Ой. Ай, все началось. Ваня, спасай. Димон, погнали. Мочи. На, получай, коп грязный. КП нету, надо восстанавливаться. А-а-а! Маслину поймал! Вынесли нас просто начисто под сухую. Я сейчас его подниму, это мой кент. Дима, а что происходит? Сказали то, что что-то твоих рук дела нет? Не-не, я пришел деньги с карточки снять. Ух, ё-моё. Смотри, я обещал, если выживем, я передам тебе то, что у меня в портфеле. Пойдем, отойдем. О, послушай, Ванька, ну это было жестенько. Самое главное, что живо, боженька с нами. Это верно. Все по красоте и по православному. А теперь давай. Шик-шик, бабки попили. Давай бабки пилить. Давай, 25 кусков. Какая ты еще? Что за дела, я не понял. Эти кусков давал. Я мелочью разменяю сейчас. Давай я тебе подгончик сделаю. Это будет твой трофей, так сказать. О, да, я буду бегать с ним. Береги его! А у меня есть для тебя подгон, на память об этом деле. Я думаю, понимаешь, что это такое. Ну-ка. О, Базара Джексон! Это же того старого мусора тазер! Снять свою обувь, я сказал. Ванёк, ладно, короче, давай на дозвоне. Я погнал платьишко для своей красавицы покупать. Она заждалась уже, наверное. Давай, цени свой диамант, свое золото. Мужики, цените свободу! Идите всегда за свое и никогда не отступайте назад. Ухожу красиво. В итоге что, мы попилили бабки, маслину я, конечно, поймал, было больно, но приключение осталось навсегда вот тут вот в сердечке. В общем, ребята, на этом все, надеюсь, вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Димасика, а также всем удачи, всем бай-бай.